I do want to apologize to you. Я хочу извиниться перед вами. You have sent us some letters and you've sent us some proposals. Вы нам послали несколько писем и предложений. And I apologize for not responding to you in a prompt manner or in an efficient way. И я извиняюсь, что не ответил вам таким образом, каким должен был ответить. And that was my fault. Это моя вина. So where we are today, I think I just need to understand where we are today. If you can accept my apology, and then let's move forward to where we are today, and see if this is something that is a proposal that Access can agree to right now, or if this isn't the right time for Access to agree to that. И я хочу извиниться еще раз, если вы приняли мои извинения, мы хотим двигаться дальше и сказать, где мы сейчас находимся и то, что Access предлагает. Okay? Я понял. Да, понял. Okay. All right. So, do you want to start with what? Obviously, we have a very beautiful lady here come visiting us. So, thank you for sending her. Спасибо за то, что прислала к нам такую красивую женщину. No offense, she's much better looking than you. Не обижайся, но она намного лучше тебя выглядит. But we should understand. On a normal day, it is difficult for us to adjust our schedule to give you the proper time. И вы должны понять, что это очень трудно для нас сделать расписание и дать вам больше внимания. Без того, чтобы сделать appointment заранее. Just for today, for example, we do have an appointment from someone that has come down from the Vancouver team, and we agreed to spend time with them. И вот, например, сегодня у нас есть из Ванкувера команда, и мы у нас уже было сделано время для них назначено, и поэтому как бы вот сложность в этом. And also, I have an appointment this afternoon with somebody from Hungary. И сегодня же после обеда у меня есть встреча с представителями из Венгрии. That is also flying into town, and we're going to make arrangements for them at the airport and for hotel. И которые прилетают сегодня, и я должен быть встретить их в аэропорту и устроить в отель. So let's talk serious now, because we have limited time, and let's see what we can do. Давайте серьезно сейчас поговорим, потому что у нас мало времени, и посмотрим, что мы можем сделать. Я вообще, Нариска, так ошеломлен, что они нашли внимание, это настолько дает силы для работы, что и Стив Реннер, и Боб Консало пришли поговорить с одним человеком, это многого стоит. He is excited to see you both, that you found the time to talk to him, so... Oh, of course, yeah. So why don't we go ahead and let's go over the proposal. Yes. Давайте пойдем дальше и поговорим о предложении. Да, я должен говорить, да? Да, ты должен говорить. Предложение твое, да, right? Ну, я поскольку знаю, что все время на такой уровень Access Marketing как бы побаивался выходить на уровни, допустим, таких вот как правительственных связей, потому что еще не подтянулись все продукты, но есть старые продукты, но новые как бы тестируются. И было понятно, почему все-таки была отсрочка до поры до времени. Вот в Китай смогли поехать за это время, в Японию, Таиланд, а в Россию не поехали. Но есть... По чуть-чуть, хорошо? Да. He understands that we didn't have a product right now ready to go to Russia, and we just in the middle of this, and but we went to Thailand and China and Japan. Продолжай. Вот, но есть абсолютно великолепное предложение, которое подходит Access Marketing, потому что даже фирмы, которые на старте на сегодня находятся, еще даже не стали работать, и то уже миллионы человек на предстарте подписывают в свою компанию. И таких компаний очень много. А я предлагаю отрекламировать Access Marketing на всю Россию. И вот я сейчас скажу как. There are a lot of companies who are ready to start, and this whatever he offers is a big opportunity for Access to start in Russia. Расскажите, пожалуйста, по-моему. Да, в этой ситуации абсолютно не надо беспокоиться, какие продукты сильные или слабые у Access Marketing. Предлагается просто заплатить 13 там, тысяч долларов, по-моему. Но и то, и даже я, если Access Marketing не захочет платить, можно на меня как бы их оформить, повесить, что если что, я, например, отсчитаюсь. Можно мой заблокировать аккаунт и забирать эти деньги назад. Я предлагаю
Подождите. What he offers is it's not necessarily for access to go to Russia. This is a big opportunity just to present our company in this meeting, conference, whatever it is. And he said it costs $13,000 something. But if Access Marketing doesn't want to pay, we can put on his account. And if he wouldn't pay, we just block his account. В Россию приезжает очень заметная фигура, вот как Билл Клинтон, известный политик, ездит с консультациями, так вот есть в мире бизнеса Брайан Трейсли, они знают этого человека, он 6 языков знает и пользуется большим авторитетом как консультант в бизнесах, он консультировал Макдональдс, БМВ, русский Газпром. He said, as Bill Clinton in policy, this Brian, he is really famous in business, yeah. And he promoted this company like McDonald's and other companies. So he is coming to Russia. This he is coming to this event, not just to Russia. To this he's event. He's going to be one of the mentors and speakers. He's really famous. Yeah. And Gennady, what he told before, he wants us to be in this meeting. Where this Brian Tracy will be, so and because over 3,000 people is going to be on this event, and the person will mentoring them, and will be very huge influence on these people, and the famous people from the government will attend to the when event. When is the thing supposed to take place? Когда это будет событие? Событие будет 27 апреля, по-моему, 28-го, 27-го можно уточнить. Ну, вот именно. Я думала, что послала им этот ответ, но, наверное, может, не получили, я им еще пошлю вот за последнее ваше письмо с предложениями. Спросить для оффера официальные оферты, которые... Да, я хочу сказать, чтобы они в курсе были. Там такая ситуация, что если... То есть я подготовил для Access Marketing, для компании, именно быть генеральным партнером. Там будет очень много разных партнеров этого мероприятия. А что значит генеральный партнер? Это такой партнер, который будет пользоваться полностью всеми благами, которые таит за собой это мероприятие. Там будет 20 городов задействовано российских. Там будет министр... Let's translate. He offers access to be the general partner in this event, and there will be 20... Like a sponsor? The general sponsor of the event. And there will be the people from 20 cities will attend this event. Where is it going to be? It's in the Samara. City, Samara. Samara. As we were talking, but it's a different... Там они не спонсорами будут, они будут партнерами. Спонсоры там банки, там всевозможные. There will be other sponsors, banks and all of others. He's talking that you will be the general partner, not sponsor. Partner. The general partner. А партнер это значит что? Там будет 2000 человек, и каждых 40 минут будет зажигаться. Например, на большом экране все об Net Global, об Access Marketing, вся информация. И люди, которые будут слушать Брайана Трасли, будут все время свое внимание переключать на Access Marketing. There will be 2,000 people in this event, and every 20 minutes on the big display there will be Access Marketing. And people will pay attention and, you know, they will know about it. Потом там будет выдана электронная книга каждому делегату, участнику, 2000 человек будет. И в этой электронной книжке не только о Брайане Трейсли будет, его
вот эти все учебы, но там будет все об аксесс-маркетинге, и люди будут интересоваться, что это за компания, и я создал там временное представительство и коуч-тренеров российских, которые будут... Гена, пожалуйста, надо говорить медленно, коротко, перевод, потом опять, перевод, опять. Иначе не получается, пожалуйста. Хорошо, хорошо, да, хорошо. Is not the only thing. He said that all these people will be giving the e-books, and it will be all about this whatever this guy and about access products and what this company is doing. As a tool, the advertisement tool will be electronic book. Значит, там продумано так с помощью техники, что любой человек, который будет заряжать телефон мобильный или заряжать свой лэптоп, там уже будет у них заложена программа об аксесс-маркетинге. Им компьютер. Everybody who just opened his phone or, you know, charge their phone, it will be access, so will appear, show up right away. Потом, значит, там 2000 человек уже вживую начнут интересоваться. Ну, распространится на 150 тысяч человек из-за этого мероприятия. Об аксесс-маркетинг сразу 150 тысяч человек узнают прямо в этот день. Потому что это мероприятие 20 городов. We have thousands of access marketing members over there already. Ну уже у нас есть тысячи партнеров access marketing там уже. And access is in the top 50. Но русские не хотят. И access, подождите, Геннадий, access уже в 50-ку лучших сайтов в России. Да, 50-ку лучших сайтов, но. Значит, вот 50 тысяч человек, которые зашли до проверки в аксесс-маркетинг, они распространяют не особо хорошее мнение и не хотят работать. И нам сейчас... Гена, подожди, Стив говорит сейчас. Подожди, пожалуйста, жди. What he said is that people who know about access marketing, they joined the company before it was always, and they spread the negative information about... Создалась такая ситуация, что... Все лидеры, топ-лидеры аксесс-маркетинга русскоязычные не могут работать как раньше, потому что русские дважды видели крушение аксесс-маркетинга, и с ними особый нужен подход. Нужно массово сразу приехать и подписать хотя бы 200 человек, тогда пойдет хорошее движение. А если мы будем подписывать просто так, кто в Торонто, кто в Москве сидит, у нас будет очень слабо среди русских. Вот среди китайцев будет сильно. А среди русских нужно особый подход, нужно просто сделать массовость сразу и все. Okay, stop, please. He said that we have to occupy like massive go and occupy a lot of people and advertise it with the new image of the company. Yeah, I understand. Yeah. Mm-hmm. And that makes sense. Это it makes sense because we have a potential big market. У нас большой маркет, там рынок. Like I said, I mean, we are in the top 50 travel websites in Russia right now. Мы сейчас в 50-ке самых лучших сайтов России. Да, самых лучших сайтов России. Ну, сам в Inner Global. Геннадий, Стив говорит, пожалуйста, подожди. Люди используют наш поисковик Access, и у нас большой трафик от этого из России. Но дело в том, что не используют Access Marketing как бизнес, используют просто используют поисковик. Это разные вещи. When we look at advertising, again, I think you want to be in a position where you're prepared to put your best foot forward. And when I
let's talk about putting your best foot forward. I mean, to have your products ready, tested, and they're up and running. My idea, when we go to Russia, would be when, you know, the next wave like of our next wave of products are all up, running, tested, and we know for a fact they work perfectly. Not just in the United States, not just in Canada, but in Russia. And then we go. Now, where we have been successful, Геннадий, что вот Бабкинцева говорит, что самое главное для компании сейчас иметь хорошие продукты, которые будут тестированы, 100% будут работать, и только тогда и ехать в Россию, чтобы уже действительно презентовать компанию с очень хорошей стороны. А смотрите, здесь получается как, здесь просто великолепное сейчас условия созданы, начинать. Уже вот они сами сказали, только что сказали, что используется поисковик очень хорошо, Access маркетинга. Но он используется в холостую и создает просто трафик. А в бизнес идти никто не знает. Сейчас очень много других фирм. И даже у Access маркетинга переняли гонконговские китайцы точно такой же вариант. И сейчас, пока их проверять не начнут, они там выпускают из своих недр миллионеров. Но я дальше продолжу. Я вот длинно сказал просто. He said that Access marketing advertising just empty advertising. But if we go there to this event, it will be a lot of businessmen will join it and they use it. And he said that in Hong Kong, I guess in Hong Kong, there is a company similar to our company. And there are a lot of millionaires are already using it and became a millionaire. Мы смогли бы, сделать. Подожди. No doubt, this is an advertising opportunity. So we all understand the opportunity. Он понимает, что это блестящая возможность для рекламирования компании. Подождите, но. If the products aren't ready, and we don't have a plan to go there and to present, then I'm worried that we would spend the money on the advertising, and this kind of advertising is here today, it's gone tomorrow. If you're not going to follow through, it's here today, it's gone tomorrow. So we have to know that our business model is ready to go, and we have people in place to follow up, and that's my concern. So it's not the program, it's not the advertising opportunity, it's the timing, that we're not prepared yet to come out with that model that I know the Russians will love. Геннадий, Боб говорит, что это блестящая возможность, конечно, рекламировать компанию, но он хочет после этого, чтобы закрепить и прийти с продуктами, готовыми продуктами, чтобы это не то, чтобы сегодня сделать рекламу, а завтра все пройдет. Надо, чтобы подкрепить это уже готовыми продуктами. И он говорит, что это не вопрос о том, идти или не идти. Мы очень хотим идти, это вопрос просто времени. Еще не готова компания ехать сейчас. А не надо ехать, здесь не надо ехать. Здесь мы начнем подписывать людей, и они будут рекламировать саму компанию Access Marketing и уже на этом зарабатывать деньги, как было до проверки. Люди из миллиона человек только 300 тысяч смогут. He said there is no need for company to go there, just to participate in this event and the people will sign up. We've got a lot of experience. I've not experienced that to work. Not really. Not that they just sign up. People doubt most opportunities until you prove and satisfy all their doubts. And that has to be done face to face. We have to present. Баб говорит, что люди, у него очень большой уже опыт в этом плане, и он знает, как это делать, и люди просто так не пойдут. Надо, значит, лицом к лицу представлять этот продукт, и тогда только люди могут поверить и пойти. А на сегодняшний день есть же старые продукты и сам поисковик? He said that for today we have old products, search engine. These annual conventions, they do several of these a year.
You know, they get Brian Tracy coming this month, 2 months from now they'll have somebody else, 2 months from now they'll do it again with somebody else. Yeah. They do these two, 3 times a year. That's true. And again, it seems like so far they do it. If we miss this once in a lifetime opportunity, we'll catch the next one in a couple of months. Стив говорит, что это не единственная возможность, и они раза три в год делают такие ежегодные конвенции и встречи, и если не вот этот человек, другой приедет, то есть если мы пропустим эту возможность, мы другую не упустим, когда будем готовы. А в сентябре месяце я смогу организовать. Our members, not Brian Tracy's, excuse the expression, but screw Brian Tracy. You know, I mean, all I mean to say is, these people, and they're promoting their deal, and we're going to put our sign up at their deal. Well, that's a big deal. I would rather see us invest the same amount of time and money to go over there with our people, put on a presentation for our members that come, and introduce our new products, introduce our new retail marketing plan, introduce our business listings that show how we can tap into the local markets in Russia, and introduce our new mobile platform, and explain to them how they can take access into the future with our new with all of our new mobile products and with our new rewards program, the things that we're working on to introduce. I would rather see us spend the same time, the same money, and with the proper preparation, go over there, have a nice hotel meeting for 2, 3, 4 days where people could come down, and they could come and they can experience access, just all access, all access, and all access paths to see access. We could come there just like we do in Hong Kong or like we did in Taiwan, like we've done in Japan, and come there and do that in Russia. Геннадий, что Стив вот сейчас сказал, он говорит, я лучше заплачу эти же самые деньги и поеду в Россию и сделаем конвенцию только для Access, когда придут все наши members, которые партнеры все наши в России, приведут новых людей, когда они будут опробовать наш Access, все наши продукты. И тогда они увидят, это будет только для нас, только наши, как мы делали и в Торонто, в Таиланд ездили, и в Китай, и в Японию. Это будет только для Access с его новыми продуктами, мобильными продуктами, и чтобы они были, это только будет наша конвенция. А дело в том, что среди русских, я сейчас объясню, ну, конечно, может быть, я не прав, и я просто свою точку зрения высказываю, потому что наблюдаю за ситуацией. Это будет другой уровень, потому что сейчас Access Marketing, вот среди наших, кто зашел до проверки, вот 50 тысяч человек, это как бы нарицательное слово, наоборот, все бегут куда-то в другие бизнесы. И эти старые люди, вот мы, я тоже приведу, там Семен Розенберг приведет, там Козлов приведет, но это будет... Ты слушаешь нас, когда мы тебе говорим stop the translation, пожалуйста, stop. He said that with our negative image that the company crashed twice and people don't believe and people even if they bring like Igor Kozlov or Sam bring people, it will be the same kind of thing, you know? It's not going to be the same. Стив говорит, что это будет другая совершенно вещь. Там будет очень слабая работа, потому что дважды русские плохо... Старые русские плохо, надо сейчас новую волну, и мы пойдем всю Россию завоюем. А со старыми мы будем долго мучиться. The old iNet Global was built on people joining, thinking that they were joining some kind of a company where they were going to join and they were going to make all this money for basically doing nothing. They're going to make free money for doing nothing, and they're all going to get rich and sit at home and do nothing and get rich, which is wrong. It's the wrong premise. We're a business. We're an internet service provider company. And we provide real internet services for business, for small business. And online advertising and real services for real businesses. And that's what we want to get out and do and promote that in the local areas. And if we come over, and even if we sign up 4 or 5 brand new people, and that's all, we come all the way over there and we get 4 or 5 brand new people. So that would be more important to me than, you know, running billboards all over town and everything else. See, this is the reason why we pay 70% of our money on a daily basis back to
to our members. Because we don't spend our money on putting ads up on billboards and sponsoring conventions and all this kind of thing. If we were Google, we would do that, but we would have no affiliate program. We wouldn't be paying people. Mm-hmm. We wouldn't. Most companies have an advertising budget, what they call a customer acquisition budget. And they spend 70% of their revenues, like Google, Yandex, they spend 70% of their revenues out sponsoring these big conventions and doing all these different things. We give our money to the people. Mm-hmm. We give our money to our members that are bringing business to us. And we pay every single day. We've never missed a payday in 5 years. Mm-hmm. We pay every single day. We have people in our company right now that are earning anywhere from 50 to 100 bucks a day to 500 to 1,000 or more per day. Every single day. Mm-hmm. Every single day. And we've never missed a payday in 5 years. And I don't care what the people over there think, they're thinking wrong, and that's their fault, because they're sitting home thinking that they're going to supposed to be getting all this free money for nothing, because that's what they were presented by their leaders. Mm-hmm. And that's why there's a problem with marketing in Russia, mm-hmm. because the people in Russia think that they are entitled to some wonderful free money mm-hmm. coming from this guy, late free money, and it's not. That's not true. Mm-hmm. What it is people get paid when they make sales. Mm-hmm. They get out and make sales, they get paid. And as they build a team, and everybody, they don't have to make a lot of sales. They don't have to be a door-to-door salespeople out knocking on doors all day long. They just make a few little sales and build a team, and everybody's making a few sales, then every day they can start earning some income. But they just want to sit home and click. Mm-hmm. They're going to get what they get. They're going to get click money, which is not very much. But just summarize that, because I think his point is consistent with the beginning of the video. But if you're just going to summarize that, mm-hmm. I would say that we understand that there might be some negative ideas mm-hmm. over there, mm-hmm. but by advertising our brand right now, no follow-up, that's not going to reverse that. Mm-hmm. Okay. Yeah. We know that. Mm-hmm. Steve's right. In every market we are, we don't spend money on advertising. Mm-hmm. We spend money with the actual consultants who help sell products and services. Mm-hmm. And that's a better formula. Yeah. Right? Mm-hmm. I think that's what you need to say, Tom. Mm-hmm. Mm-hmm. And then we still believe when we're ready, we will convert. Mm-hmm. We're looking forward to it. Yeah. Okay. And if we come and do a deal like this, we would like to have our name up and be a sponsor and have a booth there mm-hmm. where we can sell our products and services and introduce you know, our stuff. It's only so our event. Right, right. Mm-hmm. When we come to lunch. Окей. Okay. Геннадий, вот сейчас коротко расскажу. Значит, мы понимаем, что у Ian Google была негативная как бы репутация, и сейчас вот этим событием, где мы хотим билборды и все, оно не поможет этому. Нужно ехать туда и действительно работать конкретно с людьми и поддерживать это продуктами, которые у нас, вот мы почти уже на старте эти продукты уже тестируются. И только таким образом, подписывая, объясняя людям, добиться новых результатов. И даже если мы подпишем 3-4 человек, но это будут новые люди, которые будут готовы работать и которые сделают действительно дело. И компания наша, как и никакая другая, у нас очень хороший compensation plan, и который дает 70% прибыли, дает ежедневно выплачивать нашим всем партнерам. И ежедневно не пропустили в течение 5 лет ни одного дня. А вот как может тогда понять, вот ведь до того, как случилась проверка, зашло 50 тысяч русскоязычных. И продукты тоже оставались, как говорится, желать лучшего, но мы смогли вот завоевать относительно какое-то пространство на базе аксесс-маркетинга. Почему бы это не начать раньше? Потому что очень много компаний имеют продукты. И продукты – это эволюция, это не сразу. Ведь из миллиона человек только 300 тысяч сегодня способны пользоваться продуктами. Но весь миллион зайдет в Ionet Global, чтобы рекламировать продукты. Вот как? Тут зачем терять время? Вот, ну так, можно спросить. Подождите, Геннадий. When we just started, we didn't have really good product, but still we invited so many people and it worked back then. So why not to do it right now without this product really ready right now? Just start it. I think I can answer that. Mm-hmm. You know, I think we're honest with each other. Мы очень друг другом честны сейчас, вот честно ведем переговоры. Да, да. The core product that we have right now mm-hmm. is for people to purchase iCredit. And then they put their website on our ad views mm-hmm. and people watch it. Mm-hmm. And that product is still popular mm-hmm. and doing well with our Chinese-speaking market. Mm-hmm.
У нас самый основной продукт — это iCreate, который люди покупают и делают рекламу на, наш, на нашем ротаторе. И это до сих пор оно популярно в Китае сейчас. Да, да. But right now we know and we feel very strongly, and we can ask the question. I think what the Russian speaking market's really waiting for is those products, our retail products, and they and their expectations are that we will prepare them so they work perfectly. И вот он очень уверен в том, что русские именно ждут тех продуктов, которые мы сейчас подготовили и которые будут отлично работать без всяких проблем. Я понял. А вот можно задать вопрос такой? This is a much better model for us to come to Russia with. So what we're looking at is not just, if you look at the board behind you, we're not just looking at ad views. We're really looking at outlining our total advertising campaign, which will be how to put up your text ads, your banner ads, video ads, and mobile ads. И сейчас мы не только смотрим на это рекламирование, у нас и должны быть и текст-баннеры, и текстовая реклама, и мы все это в комплексе хотим, чтобы у нас было. We will have the technical products, which will be a site builder, a mobile site builder, and an app builder. И у нас новые продукты – это конструктор сайтов, конструктор мобильных сайтов и Apple. And one of the most exciting product lines is going to be our retail products, which is going to be our business listings, our business deals, our events, and our classifieds. У нас еще будет очень хорошие такие продукты, как листинг, который у нас будет бизнес-лист, бизнес-дел, events и хорошие объявления, да, и объявления будут разного рода. Retail. Продажа, да. Не, это не оптом, торговля, а торговля, да. Это торговля не оптом, это розница. Розничная торговля. And again, to be honest, one of our weaknesses in the past was the technology team had a hard time supporting the products we had. И у нас была проблема, самая основная, что у нас техническая поддержка не очень была сильная команда, и поэтому не поддерживала все эти продукты. Можно задать один вопрос такой. Подожди, он говорит еще, а когда он окончит, мы тебе скажем. Да, да, хорошо, понял. So Access went to the Silicon Valley, San Francisco, where it has the most talent. И Access поехал в Силиконовую долину, где у нас самые большие таланты компьютерные. Yeah. And we hired the chief technical officer, CTO, James. И у нас мы наняли самого главного технического директора Джеймса. Presently, James is putting together his team of what we call computer or engineers. И сейчас он собирает команду компьютерных инженеров. У нас сейчас we open the office, right? И у нас там открыт офис. Он сейчас собирает команду технических инженеров для этого. So he's putting his team together. Он собирает команду сейчас. He's going to start working on our list. И он сейчас начнет работать над этим списком, которым мы говорили до этого. Because we're going to guarantee that everything is done correctly. И мы должны быть уверены, что будет все сделано как надо. And that's the product we want to come out with. That's the business model we want to come out with. Это те продукты, с которыми мы хотим прийти. And that's when we should come to Russia. И вот тогда мы приедем в Россию. And we will do a business opportunity. И мы сделаем бизнес-возможность там в России. And we will recruit top recruits. И мы, естественно, рекрутируем людей. And we're going to build teams there. И мы построим команду там. And we're going to be very successful. И мы будем очень успешными. And we want Gennady to be part of that. И мы хотим, Геннадий, чтобы вы были частью этого. But we have to be comfortable. Но мы должны быть, мы должны чувствовать, что нам удобно. And we all have to be in agreement on the right time to do this. И мы должны быть в нужное время там. And I don't believe this is the right time to do it. И я думаю, что это сейчас не то время, которое мы должны идти туда, в Россию. And that's my opinion. Это его личное мнение. Ясно. А вот хотелось добавить бы, что я уже в апреле сам в мае уже смогу поехать в Россию и создавать маленькие митинги, и все будет нормально в этом плане. Но хотел задать вопрос. Вот. April, May, he can already travel to Russia and maybe set up some small meetings with small groups. The other thing that's very helpful. Другое, что очень сильно было бы помогло бы. Да, when we were just successful to go to Japan.
was that some of our leaders there set up meetings with top network marketing leaders from other companies to lure them from their company to come to Access. So when we came to Japan, I met with 15 top-level network marketing leaders from other companies, and three of them came with us. That's a fantastic way to build a team. И вот когда поехали в Японию, там уже лидеры наши, Access-лидеры, они уже собрали лидеров других MLM-компаний, больших лидеров. И было там 15 лидеров больших компаний, которые, трое из них присоединились к нашей компании. Ясно. Ну вот я хотел бы задать вопрос такой. Ведь Access Marketing, помимо Access Marketing, есть еще сотня компаний, которые также могут предоставить вот такие продукты мирового интернета. Но Access Marketing почти единственная компания, которая может дать заработок за счет своего маркетинга, еще не использовав продукты. То есть там вот and есть ротатор. Так вот, получается, что за счет этого плана, за счет такого плана, что выходит, что Anet Global со временем может своих конкурентов съесть только за счет того, что у него такой план. Другие компании только предлагают продукты, и поэтому надо гнаться, у кого лучше продукты, потому что тот хвалится своими продуктами, этот своими. А Anet Global может уже взять к себе миллион человек и рекламировать продукты, и на этом уже люди будут зарабатывать. Он же отличается от других, это же гениальное, вот это, в Access, ну, Стив Реннер разработал гениальное такое решение, до такого не додумались другие люди. А почему не использовать это сейчас? That there's some comparisons when we look at entering a new market like Japan and when we enter a new market like Russia. There's some comparisons. Okay. Есть, конечно, сравнение, как мы пошли в Японию и с Россией. Есть сравнение. Our only competition in Russia is Yandex. Единственный у нас как бы соперник в России это Яндекс. These other little Mickey Mouse companies that are pretending to be internet companies, it's all smoke and mirrors. It's all pretend. И остальные маленькие компании, которые как бы считают, что они интернет-компании, они с нами не соперники. Нет, соперников нету у Anet Global, потому что при чем тут Яха? Люди пойдут на заработки, бедные люди. Не Яха, Яндекс. Яндекс, я неправильно сказал. Ведь бедные люди, почему я хотел вот организовать сейчас? Бедные люди пойдут на заработок. Еще не использовав продукты, они уже будут как в инвестиции вкладывать, хотя Anet Global. He said that poor people will join the company and they will go to earn some money. It's like investment. It's not an investment company. No, that's the reason why. Yeah. That's the reason why the group over there is struggling because they're selling the wrong thing. That's not how you make money in our company. No. Это не то, как мы зарабатываем деньги в нашей компании. Поэтому у нас многие люди как бы вот остались ни с чем. Let's talk about those get rich quick and little investment. Also, when I was making my point, when we went to Japan and we met with these 15 top leaders from other network marketing companies, and I said three immediately came over. Yes. More will come. Now, we were successful in doing that. And Japan already has terrific internet companies, terrific internet products. They're very advanced. Yes. Has advanced as Russia. So we still did very well. And we will start a team in Japan. It will grow, but for all the right reasons. И Геннадий, они поехали когда в Японию и пригласили 15 больших лидеров других MLM-компаний. И трое из которых сейчас уже вошли в нашу компанию, и еще больше людей придут в компанию. И при всем при том, что в Японии очень высокий прогресс технический. Да, 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 да. Представляете, и там есть возможность, и все равно они увидели в нас возможность. А почему тогда они в Россию не хотят, если Япония уже двинулась? Подождите, они поедут в Россию, это новый рынок. Нет, а сейчас предложение, следующее будет, на 5000 человек будет в сентябре. Я бы тоже смог это организовать в сентябре. Но сейчас вот таким возможностью можно было воспользоваться. Почему как-то вот так тянуть, если в Японию ехали, уже ездили? Гена, подожди. В сентябре, как этот. Так почему не прийти сейчас? Почему мы можем прийти в сентябре?
Сейчас время не позволяет нам, потому что еще не готова компания именно идти в Россию. В сентябре, да, хорошо было бы. Yeah, as far as we could spend money to advertise there, but I don't think we're going to get the return that we're looking for. I have an open mind, but what he's proposing isn't the way we have promoted access before. Mm-hmm. So what he's proposing is about advertising. Mm-hmm. And what Steve's saying is that our company's advertising is our compensation plan. In other words, we have felt strongly that by presenting what we do, the people who hear us, I've gone in front of a group of people, whether it's 100, 200, or 400, and I've said, this is the business opportunity. Mm-hmm. Tell me, one other company, and I don't care what country I'm in, tell me one other company, please tell me today, who has offered you a better opportunity than this? Mm-hmm. And I have yet to have one person raise their hand and tell me, I've had a better opportunity with who? Mm-hmm. Nobody. 70% compensation. 15% pre-tax profits. Yeah. We are, this opportunity is still the best business opportunity. I'm just believe that if we have anything in our history that has hurt us, has been the consistency of our products working. We understand that. Mm-hmm. We're fixing that with our IT team. Yeah. That's why we know going forward, we're going to come out with a terrific model. And everyone's going to love it. И Геннадий, например, Баб говорит, что он выступал перед многими людьми, и 400, и 200, и сколько угодно было человек там, и он презентовал наш бизнес-компенсационный план, и он сказал, что у кого, у какой компании есть лучший план, чем у нас, и поднимите руки, ни один человек не поднимет. Правильно, да, в том-то и дело. Вот если бы сейчас мы могли работать, мы не можем работать из-за того, что второй раз Access Marketing остановился после второго запуска, как говорится, из-за этого. Но если бы мы сейчас могли работать, мы бы могли много подписать. А я предложил решение такое, что все равно работать уже можно, просто в русской группе это сложнее, чем в другой. Так я предложил сразу работать вот таким методом, и пойдет движение. То есть, а зачем ждать, когда все идет в других странах, в Китае, там еще, и Россию не надо здесь бояться рекламировать на будущее. В течение 10 лет Access Marketing будет усовершенствовать свои продукты. Так что из этого оттягивать? Вот просто как бы такое создалось впечатление, что это нереально и что можно уже сейчас начинать. Подожди. He said after the second time that the Access wasn't successful, we shouldn't wait. We should start right now. And with Russia, it's maybe more difficult than with other countries, but still we can start right now. And whatever he offered us is a really big opportunity for Access. I understand. Okay, there's a sponsor of some kind of a sales convention. He is sponsoring a sales convention for $15,000 or whatever it is, US. I don't know. If we believed in our heart, we would spend that money, but we do not believe in our heart. Okay. This is the best use of our money. May I ask you a question, please? Yeah. Do you believe that people in Russia, if they join, they can earn money only with advertisement? With clicking, do you believe if they invest money, if they come into the business with some amount of money, do you believe they can earn money only by clicking this advertisement? No. Because the money now coming to advertisement clicking are very small. Very small. Right. I'm a member. I know. Over a course of time, people that sign up, if they sign up with us, they buy a $2,000 package. They're going to make about $6 a day or so. And eventually that will go up as they're building up their points. But the bottom line is that's a very slow way to make money. And over time, over a couple of years, they could make some money. But the way, like any business, to make money is to get out and make sales. And you make some sales. And you start to develop a team. And as you start to develop a team, we can show you. You can see examples of people that build a small team. And people that build a small team, they start earning $40, $50, $100 a day, $200 a day, $300 a day. $300 a day is $10,000 a month. Okay. That's not bad. Yeah, that's not bad. But the point, what Gennady said, that
People in Russia will be happy with the small money a day too, to earn small day, small money a day too, because there are people that... Можно мне одно предложение вставить? Можно вставить? Подожди секундочку. That's not what we're doing. That happens. Yeah. But that's not what we're doing. What we're doing is we're talking about, we don't actually understand why if you have this opportunity, why only do crypto? You know, just listen, that's one of the advantages of this company. But for us, it's like, oh, sad. If that's all you saw as the opportunity was click for you, that's very important to the company, but it's sad to us that that's all you see as the opportunity. The real opportunity is to do what Steve said. You start your own business and you're in control of it. Mm-hmm. And all of a sudden you find two people who are willing to be in your downline. And you really work with them, you educate them, you train them, and you get them to find two. And they get two. And because that starts at the very top on how you present it and what is the responsibility of everyone you recruit. And when you get that going, we have seen this work time and time again where people are so happy. Because the real money is that it comes from commissions. Yes. It comes from bonuses. Yes. That, and then eventually, when it's big enough, it comes from residual monthly payments. Of course. Yes, I know. That's the big money. Yes. And so we look at it and we understand but that people will be happy in the beginning, start with advertising only. Yeah. And that's when at the time you're growing and you build all this new opportunity, you will be in Russia in the near future. And you will show them all these options, but the beginning, because at the event that Diana is. Расидочка, не надо. Сейчас можно я скажу, потому что немножко не, ну как бы. Я могу сказать одно слово. Такое хорошее, оно даст немножко как бы. Maybe you will. These people will run away and join some other companies because they are looking for business. They are looking for business. Who is the company that is putting this on? Что это за компания, которая все это событие устраивает? Сейчас, Нелечка, я вот что хочу спросить у, ну вот у руководства. Смотри, что нам же никто не давал такую команду, например, ну или пожелание, что русские не вообще не работайте. Мы сделаем хорошо тестирование, все, и тогда пойдем на русский рынок. Переведи, okay. Пожалуйста, дальше. А я сейчас дальше буду добавлять. Nobody said us, just to wait, Russians wait until we launch new products and then we'll go. We're not saying wait. Okay. Мы не говорим, чтобы ждали. Вот, у нас почитаются презентации, идут подписи, но подписи эти... Подождите. I travel quite a bit. Mm-hmm. And when we go to Asia, it's because there are people who aren't waiting at all. I know for a fact a person that has built a downline of over 30,000 people in the last 2 years. Not once he asked for $13,000 in advertising. In other words, he was capable of building a downline of 30,000 people because he followed Steve Renner's formula. Mm-hmm. And I've seen other people, and that's an extreme example. Mm-hmm. But I've seen other people build a downline of 40 people, 30 people, 100, 1,000, mm-hmm. all because they follow Steve Renner's formula with the current products, with the history, mm-hmm. and with no advertising. Mm-hmm. That's the difference. So we still believe in the original formula. Mm-hmm. And so no one's waiting. We're not asking him to wait. Mm-hmm. Just follow the original formula and sell what we have now. I'm not asking you to wait. Is that right, Steve? Геннадий, вот что Боб говорит, не надо ждать. Например, он когда поехал, он очень часто путешествует по бизнесу, и он ездил в Азию, и там... Нет, я же просто продолжить предложение хочу. Здесь не надо ждать. В том-то и дело. Смотрите, что происходит. Мы ничего не ждем, но на том уровне, на каком... Вот если бы сейчас аксесс-маркетинг просто заново, ну, открылся бы только сейчас, не было бы ни проверок, ничего. Знаете, какой бы сейчас вал людей пошел бы в аксесс-маркетинг? Но из-за того, что прошлое тянет назад, ну, нам разрешили, мы все равно работаем, но очень слабо. Так я предложил сделать вот это движение, все равно же мы бы могли бы сейчас подписать и 1000 человек, если бы не эти условия, которые были созданы раньше. Так я предлагаю сейчас заплатить $13,000, с этого мероприятия 500 человек
наверняка зайдут, а остальные будут заходить постепенно, потому что 20 городов участницы будут замыкаться, и мы будем их регистрировать. Как называется компания, которая это мероприятие организует? Как называется? Ну, там на договоре написано, это мои партнеры, просто я по памяти не знаю, но могу сейчас прочитать, просто нет смысла искать. Я выслал все. Да. Do you have this paper? And you know, another thing, you know, you didn't necessarily need to, I'm glad that you came and so on, but you didn't need to come here. I mean, you could have scheduled a Skype meeting with us. We would have been happy to get on it with you. And Геннадий, не обязательно было присылать Виту, но если хотите, можно сделать скайп-конференцию в любое время, когда вы хотите, с руководством. А, в смысле, кому сделать? Мне, да? Геннадий, стойте. Стив спрашивает, что это за компания, которая делает мероприятие, и какие у вас отношения с ними? Это мои, то есть у меня как бы остались связи там в России. Я когда-то работал директором представительства Нешторга Латвии на Северном Кавказе, представлял Латвию, ну, по торговым делам. И это связи остались еще прошлых лет. Стив спрашивает, ты работаешь за них? В смысле, как работаю за них? Ну, на них работаете сейчас или нет? Дело в том, что там с их, ну, как бы, группы людей в аксесс-маркетинге состоят люди уже, и они как бы заинтересованы тоже. То есть они зарегистрированы в моей группе. He doesn't work for them, but he said that some people who will be in this event, they work in access marketing already. So they are members and he's downline. Okay, well send us the documentation. No, it's here. I think I translated. I thought I send it. No, okay, I'll send it again. А можно вот такой вопрос задать? А, например, можно такой вопрос задать? Если мы соберем $13,000, я буду представителем от Enet Global и все сделаю сам, но только Enet Global, ну, Access Marketing даст баннеры, там и вот то, что положено, чтобы рекламировать компанию в России. If he wants to be a representative for access marketing in Russia in this event, if we give this money to him. No. He asked different question. Just in case you don't want to participate and put your money into the event, if he be ready with the money that gather from the people, the members, can he just represent your company? And can you supply him with banners or whatever, just to advertise your company, just in case you don't want to invest money, but he find out from some other places money. Are you ready to come on the event just to be there, to show your face? Я глубоко убежден, что это большая ошибка, если сейчас не начать. Поэтому я как бы свои убеждения так вот целенаправленно говорю. Ну, как бы я дистрибьютор обычный. Хозяин как скажет, так и будет. Но просто это мои такие убеждения, что это мы делаем ошибку, что мы тянем. Мы рассмотрим это. Я ему отдам еще раз документ, который прислали. Дело в том, что их исключат из партнеров генеральных, а на шестые номера я сам не соглашусь, на каких-то последние. А это вот я тяну из последних с ними, они не могут долго ждать, там же заранее все надо делать.
No. He said that if you wait some, let's say another month, mm-hmm. Oh, the general partner you are not able to be. You're gonna be just a company that advertised, and he is gonna be ready to get somebody else. Of course. If you're ready to come, better to come as a general partner, not like a any company that do advertising there. Okay. This is his meaning. Alright, well tell him that we'll carefully consider it and then get back over and let him know. Они очень тщательно рассмотрят вот это ваше предложение и тогда с вами свяжутся. Я понял. Хочется сказать, что еще больше хочется работать в такой компании, когда дистрибьютор вот так как бы мучился в своих мыслях, а президент и хозяин компании лично пришли с ним поговорить, разъяснить. Это дает еще больше силы работать на ближайшие 10 лет. He said it's a really good opportunity when this just regular member talks to the owner and to the president of the company and gives him more strength to work even harder. Mm. Well, we appreciate that. And like I said, depending on this opportunity or not, to me this doesn't define our relationship going forward. What defines our relationship going forward, we're going to have a terrific future together. Независимо от того, будет участвовать вот в этом мероприятии или нет, я вижу, он говорит, что он видит большое будущее работать вместе и большое будущее для компании. Да, вы, конечно, как бы здесь очень многие говорят, что со Стивом Рейнером вообще бесполезно спорить, он сказал, и так и будет. Но вот я не побоялся отстаивать свою точку зрения. Ну вот так получилось. People say that it's really hard to argue with Steve Renner. If he said something, it's the final decision. So, but he just, that one way or the other, I mean, we are going to build our team in Russia. Yeah. We are going to build our team in Russia one way or the other, and that's going to happen. And irregardless of this show is not the issue. Mm-hmm. This show's come and go. This show is not the issue. It's not the issue. The issue of access is the issue. Mm-hmm. We're going up against Yandex. That's our competition in Russia. And we plan to give them a heck of a run for their money. We plan to be a dominant force, search and advertising company in Russia. И независимо от того, сейчас вот это Russia, и будет сейчас вот это мероприятие, будем участвовать или нет, наша компания идет вперед, и наша цель побить Яндекс в России и быть первой компанией в России по интернет-сервису и услугам в России поисковик. Ну ясно. А направление вот такое неверное, например, чисто мое убеждение. Если я, допустим, подписываю какого-то влиятельного человека в бизнес, допустим, какого-то за мэра города, например, то я уверен, что он приведет очень большое количество людей. А если я подпишу бизнесмена, который будет участвовать, который только будет использовать продукты и будет таких же бизнесменов приглашать, то тогда я урезаю свой бизнес. Тогда я приглашу вместо 5000 человек всего 1000. Можно задать такой вопрос? He has a question. What if he signed a very influenced person into our company, for example, a mayor or he's the first vice mayor or something, and he will bring a lot of people to the company? Like 500. Yeah, 500. Yeah. Or if he just signed a businessman who will bring maybe Who will use the product, but will bring small quantity of people into the business. Team, yeah. Yeah, well, I think, really, if he signed one good guy who can go out and help us find one good guy, I think that would be good. Геннадий, не обязательно должно быть 500 или 500 тысяч. Даже если вы просто одного хорошего человека подпишете, который будет сильно строить бизнес. Я имею в виду, вот смотрите, в компании ICN видеотелефоны такая есть, там Дональд Трамп был как бы у них таким толкачом, помощником. Так вот, в этом бизнесе, ICN, они подписали 5 прокуроров бывших в отставке.
в этот бизнес MLM. Ну, видеотелефоны, они, наверное, знают, есть такой бизнес. Так вот, я к чему говорю, что я подписываю людей, которые не сведущи в продуктах, но они могут большое количество людей привести, изучать эти продукты, изучать бизнес, платить деньги за этот бизнес. То есть нам же важно, чтобы был оборот в компании, и раз такой есть уже маркетинг, так почему бы его не использовать? Ну, то есть можно не ожидать продукты, а можно зарабатывать деньги. He said, what if he brings this kind of influential people to the company, and they bring a lot of more people who will research and do research with our products, use those products, and there will be a lot of people coming into the company. That's the general idea. Yeah, his idea really is not to bring just business people who are going to use the products, because really, trust me, I'm also a member. I'm very good in the computers, but I don't use some of those products. And many people, trust me, here in North America, but compared with Russia, many people, they don't have computers at homes. They cannot use this product, but they are looking for some income, for some money, daily income. And if you give these people that chance, they will be more than happy, and you will be more than happy. Think about this. This is the idea of Gen. Well, pick some influence people that they're will join. If they're going to join and they're going to surf, they have to have a computer. Oh yes, sure, but it's very easy to make a surfing. It's right, easy right. To show them, just to show, teach them how to do it. Yeah. But use those products. It's a different story. They need to. Some education, some webinars and follow up. Small people, many less people will do it. We understand. We actually agree here. What this gives us, what this gives us, is let's just say that when you look at all the consultants we currently, let's just even say 10% of them say, I like that. I'm going to go out and sell it. Okay. Okay, 10%. And they start selling it like crazy. For businesses, and businesses start using our products, and then that starts up. What does that do? It increases our sales. Of course. What does increase our sales do? Makes more money than but any surfing every day. But isn't that the beautiful? I'm agree with you. So but listen, how many people? Yeah. How many people? Yeah. How many company? They come with one or two products, and then they add third, fourth, second, sixth product. You can start with one, two product in Russia. At that time, people start knowing the company more and more, and you can grow. Well, in few months, you're waiting for a few months just to build this. The people that were with us in the past, they are, unless they upgraded and got back to work and started doing the business again. They didn't do the business. They're just old people, and they're still just surfing. They're only making a very small amount of money. But for the people that have gone out and done sales, or gone out and like maybe got an upgrade back, you know, that's personal volume. Anything you buy from the company that you don't personally use for resale is your volume, your personal volume. So people that have went out and generated more personal volume and got activated again, they're making more money. People are making, brand new people that join today, if they join with, like, say, a 2,000 package, they're making over $6 a day. Certain people with a $5,000 package are making over $10 a day. And people with a 10,000 package are making over $20 a day. And as they build their points build up, they start making more. And as they begin introducing others who just want to stay home and surf, I mean, that's how you build a team. Even if all they're going to do is stay home and surf, they don't have to go out retail a lot. Although you do need to find some customers. But if you have people that are, if you have at least two people that are subscribers, you know, that are on AP, they're monthly subscription payment people, you know, then you've met your sales requirements. You know, if they have still happen to be consultants as well, that's fine. They can be consultants in their time. So. But for new people, that's why there's so much excitement for Access Marketing now. The new people are getting involved, they're signing up, and they're getting paid. The guy signs up today, tomorrow morning, he's going to get paid. You know, and he, like you said, it's not a heck of a lot of money, but it's, you know, it's $6 a day. That, you know, after a while, you know, he can build that to more. Yes, you know? That's true. You know?
And somebody who is doing real business by selling retail products, right. They can earn a lots of money, not like these people that staying at home and just sleeping. One of our new products that we have is our mobile advertising product. And people can create mobile ads. Mm-hmm. So when they can surf on their phone or on their iPad, and their ads can run on our mobile locator. Mm. Yeah, and so you can surf right on your phone or your iPad and make money that way. You can advertise for business like that. Like, how many businesses have a mobile site? Not a lot. Mm-hmm. But they need a mobile site. If you try to just look up a regular website on the phone, it's not going to look proper. You know, if you have a website that's built with a good site builder, like our new VWeb site builder, you still get your site will display correctly on a mobile device, but it's not the same as a mobile website. Mobile websites have a lot of features that only mobile websites have. Yeah. And we have a new mobile site builder that, I mean, we're ready to introduce this like now. The new mobile site builder, we can go out and you can give it away for free to businesses. How would you like to have a free mobile site? Great. Fixing the door with the business. After 60 days, if they like it, then we start billing. You know, then they're going to start paying. But if that's for a basic site, if they want more advanced features like click-to-call, coupons, mobile check-in, things like that, then they pay more. We have a $10 package or a $20 a month package for their mobile site. But once you start getting their business, you know, then you can offer them other services. Other services, mm-hmm. like our business listings. That's what I'm so excited about business listings. Because with business listings, you can go in and offer a business-to-business listing. And business listings get priority listing in our search page. They get first results. Like if somebody's looking for a restaurant in Moscow, you know, the restaurants that are listed with and have our business listings mm-hmm. are going to come up first, mm-hmm. you know, above the normal everyday results. It means that you are going to update your business with these options. And let's say above business lists, you can fill up all the opportunities for a business in Russia or some city in Russia, like this? What do you mean? For people that want to get out and sell the products in the local areas, that's what we want to do. We want to geo-target our offering to the local area. So businesses in Moscow or businesses and there will be listing for this area. We have listings and right there. And classified only for this area. And mobile site, you mean that it's going to come on everybody on mobile? Right. Неля, можно перевести? Вот здесь очень вот трагичная ситуация. Получилось так, что, может быть, с русских надо не на закуску русских было оставить, а с них начинать. А начали с китайцев, с Таиланда и все. Я скажу почему. Смотрите. Okay, you should start not from Chinese and Asians, but from Russians. You shouldn't let Russian for like a leftovers, you know, something. We you have to start with no, Russian. We want people to see access as a new opportunity and not be living in the past and having bad feelings of the past. The people with the bad feelings of the past, they don't have to feel that way. I mean, if they want to get going again, all they have to do is get out and make a sale. They'll get upgraded into the higher payment level, and they'll start making money. Мы хотим прийти и дать людям новую возможность, не то, что было в прошлом с негативными какими-то впечатлениями, а именно начать с новыми как бы возможностями компании. Ясно. Потому что там что произошло? Когда зашло 80 тысяч китайцев зашло и 50 тысяч русскоязычных. И когда начали работать второй заход, когда разрешили компании уже начинать работать, компания платила авансом деньги. И там была работа очень тяжелая, потому что людям 3 месяца платили, потом прекращали платить. А китайцы
не работали в тот момент, работали только русские, и они создали большие обороты, русские. А в феврале опять все рухнуло, и сейчас русские ждут и не дождутся работы, а началась работа с китайцев, которые это не пережили, и начались новые возможности с другими компаниями, а русские уже сейчас можно было бы двинуть так хорошо, а мы все как бы вот стоим, а работать мы не можем, потому что только этим методом можно сейчас поднять, когда сразу подпишешь 500 человек или 1000, а не одного, двух, трех. Потому что если подписать одного хорошего и сильного, он не сможет сейчас работать, потому что вот этот груз тянет назад. He said back then when we had 80,000 Chinese and 50,000 Russians, and when it was bedtime, we gave them money in advance, and they worked even harder. But then when the company was in a bad situation, Chinese stopped, and the Russians still working. Was working for them. Right now it's better maybe not to sign one big leader that they can, you know, bring 1,000. Maybe you give opportunity and advance to these people who were, you know, where the company started. That's, yeah, the people that have been with us and have stayed loyal to the company, I mean, those people can we have an opportunity for them. All they have to do is, if they want to get activated again, just get out and make a sale. Make at least one sale and get active again, and they'll upgrade to higher payload. Это есть возможности для тех людей, которые были в компании до этого, просто им сейчас нужно обновить их пакеты и начать работать, и они будут получать payments. Конечно, люди вернутся, потому что компания пережила проверку, а другим компаниям предстоят проверки, а аксесс-маркетинг уже вечный. Люди вернутся, безусловно, но сейчас двинуться без массовости, как раньше, мы не можем, и поэтому мы все простаиваем, и только презентации читаем, и все. He said that a lot of new companies, the access marketing went through all this difficult process. Right. And the other companies, they are forcing this kind of, you know, bad time. So, and for right now, we have to move forward. And correct. So, it's for us, it's a better opportunity to compare to other companies that didn't go through this bad process. Right? That's right. That's right. I mean, we've been under every kind of possible investigation and looked at from the government every possible way, and we are a legal company. You don't have to ask us, ask the U.S. government. Да, мы прошли через весь процесс, и у нас легальная компания, мы через разные расследования прошли, и у нас все нормально с компанией. That's why he congratulates you, because other company now maybe will be in your position, but you're already gone. Да, поэтому в этой компании за счастье будет людям работать, но сдвинуться мы можем, когда только массово, сразу подпишем хотя бы 100 человек, а не когда мы будем одного сильного или двух искать. Потому что сдвинуться, вот Козлов, вот такие люди не могут сейчас сдвинуться. Нужно сразу вот это сделать мероприятие и все. Вот то, что... Давайте поговорим о русской команде и китайской команде. It's not our favorite. It's no favorite. Да, нет никаких людей. The competition should be a friendly competition. Должна быть дружеская соревнование, дружеское. Like a family member. Как члена семьи. But Steve, Bob, everyone here, we love all of our Access consultants. И Стив, и я, Боб, и все наши работники, все любят наших консультантов. И поэтому вот Стив добавил, что мы вам предложили быть собственниками компании, партнерами. Да. Это в курсе, но просто так вышло, что русских надо запускать. Жди. And honestly, you know, when I just went to Hong Kong, and you know that. И вот сейчас Боб приехал из Гонконга. And you know, we were greeted by 1,000 access consultants. И там было 1,000 access консультантов. And almost all the 1,000 consultants were leaders. И почти все они, эти 1,000, были лидерами. So it does make business sense that we would go and support that team with our presence when we have that kind of a team there already. И имеет смысл идти туда, где у нас имеется столько много лидеров. And not that Russia needs to have 1,000, but obviously let's start building our teams there.
so that when we do come, we can really help everyone that's there build their team. We have several thousand. И давайте сколько у нас в России есть людей, если они начнут продолжать строить свои команды, мы приедем и поддержим. А их нужно родить сейчас заново. Понимаете, что произошло? Допустим, сейчас, если мы это мероприятие организуем, появятся новые сильные лидеры. А так мы загубили лидеров своих. Загубили, и они сидят и распространяют плохую весть. He said that if we don't go to this event, it will miss opportunity to sign 1,000 new people. New leaders. Yeah. Otherwise, we may lose them. I understand. So there is a potential there where we can potentially attract some new leaders. Там есть потенциал, и мы понимаем, что можно привлечь. На вот этом мероприятии будет 2000, из них 1500 лидеров. Там специально приглашены к Брайану Трясли лидеров. Пригласили лидеров сильнейших. Деда, подожди секундочку. But what I believe, I'm not Russian, I'm Bulgarian, but we have the same mentality of thinking because we are Slavic people. And people, they are looking for earning money. And I believe if you give them some opportunity to earn money, they will come on board. They will come on board. I believe, this is what I believe. I don't know how much the advertisement will help, but again, if you give a chance of people to earn some money, they will come and stay with the company. Those new options are okay. Some people will use it, business people will use it, but not everyone. На этом мероприятии будет 1500 лидеров сетевого маркетинга. И если мы даже возьмем 200-500 человек на себя, вот и все, и пошло движение. He said that on this event there will be presenting 1500 big leaders from the element companies, other companies, it's a good opportunity to just, you know, recruit them. Is he going to physically be at that conference? А вы поедете на эту конференцию сами? Я поеду в апреле лично, но там еще есть коуч-тренеры, которые будут с людьми работать. Есть мои люди. И я поеду туда. Там не обязательно ехать в компании, там надо просто дать добро, и мы соберем самые лучшие результаты, потому что там будут лидеры сетевого маркетинга, для них это мероприятие, и некоторых мы на себя возьмем. Вот и сразу все охватим. And not just the people from other MLM, but people from INET Global. Mm-hmm. Leaders from INET Global will be on this conference. Люди из INET Global тоже будет там, да? Конечно, просто я... С INET Global будут мои люди. Я не приглашаю, но Семен пригласит других людей, потому что это мои конкуренты в INET Global, вот эти русские, которые в параллельных ветках. Но я запретить не могу, потому что Семен, там другие люди пригласят своих людей. Конечно, там будут многие. Геннадий, подождите. Сейчас Стив и Боб сказали, чтобы я им отдала еще раз вот эту информацию, что вы прислали, они обсудят и тогда с вами свяжутся уже. Does the advertising, when you're advertising as a sponsor, or partner, partner and sponsor, do you get any kind of your own little booth there where you can have... Поэтому мне немножко непонятно, есть ли сильнейшие лидеры в Гонконге встречались для них... Гена, подожди. Значит, сейчас Стив и Боб сказали, что они будут рассмотреть это твоя оферта очень внимательно. Они ушли уже, да? Подожди, это оферта, надо... еще один раз, Нелли, у нее есть, она отправит им на имейл или как открыть там имейл, и они интересуются, там будет ли такая, как называется, будка, будет ли будка представительная? Да, выделяют в этом же помещении,
Вот там, где будут все люди сидеть, специально для INET Global, для Access Marketing, специально место, где будут коуч-тренеры находиться, документация вся, и люди будут подходить и все там решать. Хочет узнать, кто это будут эти люди конкретно. И... Это все организовываю вот я. То есть, что касается подписывать в Access Marketing людей, это я организовываю. А что касается рекламы Access Marketing по России, это организует вот эта компания, которой мы платим 13 тысяч. Я имею в виду, кто те люди, которые будут представлять Access Marketing, который будет разговаривать, если кто-то коуч, тренер. Я буду представлять со своей командой. Там будет два десятка. Дайте нам людей. Дам, конечно, людей. А как же, обязательно? Это он хочет все подробности гена, имя людей, кто и как. Это все подробности? Да, все дам. Дам, обязательно. Послушайте, он хочет увидеть контракт, который заключен с теми вот... Только единственное... Когда проводит это шоу, и вот он хочет увидеть контракт между ними и вашими людьми, которые будут представлять экспертов. Да, просто меня волнует так, что я хочу это организовать от своей группы. Для меня какой-то, может быть, отдельный договор надо, чтобы подпись в INET Global не была какому-то Иванову, а чтобы это шло через меня. Вот это обговорить надо. Потому что я же организовываю это дело. Подождите. Где подожди, between expert and team, that he will represent expert in this event. But you... Бог говорит, что это нельзя. А подпись людей на кого будет, например? Подождите, вы должны предоставить вот это событие, где ваше доказательство того, что вот есть договор между вот вами, вот кто будет наш представитель, и той компанией, которая организует все это событие. Нет, я пока договор выслал ту компанию напрямую на Access Marketing. Чтобы они между собой заключили договор. А с Access Marketing я хотел отдельно обсудить, как будут подписи людей, и я хочу их в свою команду подписывать. Вот это надо продумать. Как бы. Они посмотрят и все решат. Там все в договоре указано, и банк, там и все реквизиты. Эта компания известная на весь, на всю Россию. Но самое главное, вот я уловил немножко... разнобой в логике. Если в Гонконге было собрано 1000 лидеров сильнейших, и они вправе были, допустим, развивать Access Marketing, то почему я стремлюсь лидеров, пусть пока на сегодняшний день чужих компаний, в одном месте нам повезло, что собираются эти лидеры, и мы не можем, например, начинать пробовать работать массово. Вот это вот я очень расстроен, потому что сентября нет смысла ждать. Вот просто okay, нет. Окей, Гена, подожди. He is upset because why did you go to Hong Kong and meet 1,000 people and why not to go to Russia and why don't he give him a chance to do it with other... You will miss the opportunity right now because over 20 different city representatives plus leaders will be on this event together, and we will miss this opportunity. These were prospective consultants. These were consultants who already signed up with us. We came to greet them and support our leaders and to tell them about our company because they deserve a thank you. Oh yes. They're the ones who started it. That is the difference. We did not go to Hong Kong for a business opportunity. In other words, the leaders there worked very hard over 2 years. And that's why you built a team. Yeah. That justified us to go there. Now, the difference here is, what is our team doing? How many people would show up that are consultants for Access? We should be there right now. Our leaders should be there right now building the team. That's the fact. Okay. You know, I've heard us talk to other countries where we're looking at least 500 consultancies be set up on a team in their country. That's what you just told Japan. So Japan, get us 500 consultants, and you guys are over 500 consultants that have been signed up. We will come back and we will say hi to you. So we cannot just go for business opportunity. If there's only
two, three of us, you know, mm-hmm. we cannot go to every business opportunity that mm-hmm. we're asked to go to, mm-hmm. but we can go once people have shown us that they have the capabilities to build their team. Mm-hmm. But does that make sense? That's yeah. the logic. Геннадий, они поехали в Гонконг, потому что там уже были наши лидеры, тысячи людей, которые показали, что они работают хорошо, что они построили команды свои. Правильно, это невозможно сделать сейчас в русской группе. Это заново люди вошедшие, а русская группа была испорчена. Слушай, пожалуйста, они приехали туда, чтобы их поддержать в их труде, то, что они действительно построили команды, то, что они действительно хорошо работали, компания приехала сказать им спасибо свое. Если они, а сейчас вы просто, мы не знаем, кто там будет, что, если они увидят, что действительно в России работает большая команда. А чтобы большую команду запустить, не получится, потому что русские 50 тысяч распространяют плохую информацию. Нам нужно массово пойти подписать новых людей. Вот понимаете, Нелечка, надо им это все объяснить. Нельзя сравнивать ни с Гонконгом, ни с Китаем, ни с кем. Русских 50 тысяч уничтожены. Они плохую информацию об аксесс-маркетинге не несут. Сейчас, если мы новых лидеров захватим, я предлагаю предложение конкретное. Захватить абсолютно новых людей. 200, 500 человек. И пойдет все на СНГ. Please stop. He said you can compare Chinese with Russians. Because in Russia there's 50,000 people who spread negative information about our company because of the past. And we have to recruit 1,000 new people. Who, many new, yeah, not just 1,000. Many yeah. new. And this opportunity is just on the right time. And this okay, is well, his like proposal. I said, like I said, let's see the contract from the company that's putting on this this event, and let's take a look at it. Они сейчас рассмотрят все, Геннадий, все посмотрят, все ваши контракты, все, они обдумают все, и тогда вам взяться. Ясно, большое спасибо, Нелечка. Они должны все хорошо рассмотреть. You should have a look at the official contract with the company that will do the event, and you will sign up the contract with them. But it's going to be some inner contract in between you again, and that he will be like a leader for representative even from Canada or there in this event. But the contract official